Мы видели горы, видели море, видели белые ночи, топтали линолеум в санатории в дорогом городе Сочи. И так устали загорать, что решили впредь наши поездки загорать сократить на треть. К тому же там уже нами, да, мы сыты по горло. Надо перетереть и перед забугорном на горно-лыжный курорт какой-нибудь. Там будем дуть, там будем торговать, там будем отдыхать. Здорово, чуваки. С вами Роберт Трейдер. Итак, зачитал я вам касту, потому что сам уже не могу придумывать рэпчик. Уехала моя муза, и не могу ничего придумать. Итак, что я буду вам показывать в этом видео? Заболел немного, летом взял, заболел, пиздец. Что я вам буду показывать? Буду показывать, сколько я зарабатываю. Все думают, что, мол, я там торгую, вот ставлю $100 там одной ставкой, это партнерские деньги, там я столько зарабатываю. Нет, это все мои деньги. Неужели вы думаете, что я, например, только вот зарабатываю только на партнерской программе там и на Ютубе? У меня еще много есть вариантов, и если я такое делаю, значит, я могу себе позволить. И все видео у меня с первого дубля. Мне нехрен чего перезаписывать, блин, я сливаю по $100, если я буду сливать, перезаписывать вот эти вот видосы. Сегодня я тоже буду делать ставочку на полтишок. Буду делать ставочку на полтишок. Создал новый аккаунт, проверяю выводы, как выводы работают на новые кошельки. Кстати, новые кошельки ни хрена не нужно, никаких подтверждений, никакого паспорта. На WebMoney, на Kiwi очень все круто работает. Советую вам зарегистрировать WebMoney, потому что WebMoney вам, если вы вот будете вот зарабатывать там или в интернете, или на всяких там бинарках, вам нужен будет кошелек WebMoney, без него никуда. Зарегистрировать аттестат, там персональный, начальный сколько, я не знаю, сколько он уже стоит. Там $3 или 8, у меня персональный аттестат. И там намного лучше курс, там, чем просто на карточку выводить деньги. Скорость интернета маленькая. Так что всем советую завести себе WebMoney, у кого еще нету. Вы себе заведете, потом у вас не будет проблем. Да, там нужно звонить чуваку, потом с ним встречаться, идти в офис, он вам зарегистрирует WebMoney. Можно и, конечно, без обычной зарегистрировать, но там вы бабки, походу, не выведете. Я уже не помню, я уже это сделал себе давно и сейчас без проблем. Короче, показываю вам мою партнерскую программу. Итак, смотрите, второе число, вот со второго начал. Сегодня второе. Итак, смотрите, сколько много зарабатываю. Вот, 3 регистрации, 3 демо, смотрите, 0. Вот, 20 числа мне кто-то $3 заработал. Итак, так, смотрим. Вот, 2 демо, обычно демо люди регистрируют. Вот, первое число, за месяц я заработал $3. Вот, чтобы вы не думали, что я здесь миллионы просто зарабатываю на этой партнерке. Дальше, смотрите. Тут переходы были получше, так как IQ Option закрылся, уже переходы не такие. Но все равно, смотрите, переходы есть, а люди, вот, люди не торгуют. Регистрации есть. Смотрите, у меня здесь было, вот. Смотрите, 680 уникальных переходов. С них 10 регистраций, и я за это получил, вот. Вот, за это я получил $0, блин. 5 регистраций, 4 регистрации, 8 регистраций. Дальше. Ну вот, вы все видите сами, короче. Так что вы не думали, что я там торгую на партнерские, я там не похрен на эти деньги. Вот, смотрите, $23. Вот, 2 депозита, вот 4 депозита, кто там мне, $33. Вот, за 2 месяца, вот с 1 по 1. Я заработал всего $64. Так что вот такие вот заработки. Вот мой аккаунт. Вот мой баланс. Почему, кстати, не заплатили мне $3? Там же выплата уже не с $10, а от 10 человек. Короче, смотрите, буду я торговать. Так, ставлю $50. Смотрите, как мы будем ставить. У нас лотерейка. Будем... Смотрите, это как в детстве, как она там, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить с кем,
останется дружить. Полтишок вниз. Все. Смотрите, зарядила 50 баксов вниз. Проверим, как оно будет, как пойдет все. Так, по поводу всяких там комментариев, вы мне пишите... А, еще хочу сказать, пишите мне комментарии в связанные видео. Если видео по торговле, туда пишите комментарии, а не вообще в другое видео, которое не относится. И все вопросы, например, по торговле, задавайте мне в группу ВК, а не в личку. В личку мне не пишите, потому что я не буду отвечать. Вот, вот мы слетаем 50 баксов на ваших, блин, глазах. Кстати, есть уже функция продать, но уже поздно, недоступно. Вот, видели, проиграл 50 долларов. Все, вот это реальный аккаунт, смотрите. Вот так вот, проиграл 50 долларов, и что? И я выложу это видео. Я обязательно выложу это видео, потому что у меня все видео с первого дубля. Дальше. Что еще я вам хотел рассказывать? Так, 6 минут видео. А, вот, кстати, бороду покрасил, видите, да? Ирокез себе сделал, тоже покрасил. Дальше. Все, что я хотел, я вроде бы рассказал. Так, партнерскую программу я свою показал. Увидели, сколько много здесь зашибаю бабосов. На IQOption слили деньги. Давайте я еще перезагружу вам страницу. Чтобы вы не подумали, что это демо-счет. Еще что-то хотел рассказать. Знаете, вот записываю, когда готовлюсь к видео, столько тем, типа, хочу вам рассказать. А потом сажусь за комп, включаю запись и все. И теперь не знаю, что вам рассказывать. Все, проиграли мы свои деньги. Итак. Показал вам, сколько я зарабатываю. С вами был Рэпер Трейдер. Я даже, кстати, в этом видео не буду оставлять партнерскую ссылку. Я оставлю обычную ссылку на IQOption. Вот, вот так вот вам всем. Все равно ни хрена не зарабатываю на этом IQOption. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.